Арман Кулымбетов против Казахстана. Арман Кулымбетов – предприниматель, который принял участие в митинге против девальвации тенге 15 февраля 2014 года. Он и другие участники митинга были задержаны. Ему не был предоставлен адвокат. В этот же день суд оштрафовал его на 37 тысяч 40 тенге. Апелляция, вышестоящие суды и заявления в Генеральную прокуратуру не принесли успеха. Он, исчерпав внутренние средства правовой защиты, обратился в Комитет ООН по правам человека. Комитет по правам человека установил, что было нарушено у Кулымбетова право на свободу выражения мнений и право на мирные собрания. Казахстан обязан предоставить автору эффективное средство правовой защиты. Казахстан обязан предоставить полное возмещение лицам, чьи права по пакту были нарушены. Казахстан обязан принять надлежащие меры для того, чтобы предоставить автору адекватную компенсацию, включая возмещение суммы наложенного штрафа и любых понесенных им судебных издержек. Казахстан также обязан принять все необходимые меры для недопущения подобных нарушений в будущем. К сожалению, ни одна из рекомендаций Комитета по правам человека в отношении Армана Кулымбетова не выполнено.